Ловля рыбы на китайские снасти. Погнали. Надо не упасть. Вот она, рыба. Там кто-то явно сидит. Ебать, щука. Вон она. Наблюдаем. Обалдеть, я ее зацепил. Нормально. Всем добро пожаловать на канал Рубикон. Первый улов. Рыбу я не беру, я ее всегда отпускаю. Всем мир. Круто. Надо еще ловить. Иногда бывает, что блесна, вертушка перестает крутиться. Это именно вот удар. Удар по блесне хищной рыбы. Увлекательно, конечно, вот так вот рыбу ловить. Тем более полезно на свежем воздухе. Вот, опять что-то. Да, сидит. Наблюдаем. Какой-то маленькая щучка. Гораздо, она прям свечу делает. Я поднимать не буду, чтобы удочку не травмировать. А так вообще рыбка маленькая. В сравнении с той. Та покрупнее была, конечно. Ай. Ну, в общем, я даже не успел показать, она выпрыгнула. А, вот. Нет, нифига, ее уже не схватишь, если она в воде. Шустро. Итак, ну вы сами все видели, рыба реально ловится очень легко и очень интересно все это. Советую каждому попробовать порыбачить, сходить на рыбалку. Не просто с поплавком посидеть, а вот именно на хищника. Со спиннингом, с блеснами, там, со всякими снастями. Не забывайте поводки вешать и брать с собой какие-нибудь хотя бы вот плоскогубцы, как я взял. Потому что если вы попробуете голыми руками в рот щуки залезть, у вас все руки будут не просто исцарапаны, а изрезаны. Это очень больно. Я раньше так практиковал, но потом я понял, что это вообще дичь, конкретная дичь. Потому что мало того, что вы царапаете руки, так вы потом их мочите, то есть грязной водой. Ну, в общем, это не совсем правильно. Берите какие-нибудь вот плоскочи, либо какой-то инструмент, чтобы можно было за крючок схватиться вот так вот, не засовывая руку в пасть зубастую, и крючок вытащить аккуратно. Собственно, вот так вот. Я на своей снасти на все сброшу ссылочки в описании. Смотрите там, кому что понравится, приобретайте вообще не раздумывая. Все это дело реально работает, все это дело качественное. То есть я пользуюсь, и вы сами все видите, все нормально. Я повторяться не буду, то есть рыба ловится, все тут одно и то же, закинул, поймал, пора мне двигать дальше, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, с вами был Андрей, и до новых встреч, пока!